Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня немножечко такая сенсационная новость. Наша подруга Диана Шурыгина, помните такая, она переспала с парнем, оказалось, что ей 16, а ему 18, парня посадили, а девчонка гуляет. Диана Шурыгина выходит замуж, народ, прикиньте, избранником скандально известной девушки стал 29-летний оператор Андрей Шлягин. Значит, ребята познакомились весной во время съемок реалити-шоу «Шуры-муры» с Дианой Шурыгиной, которая на ютубе на канале Андрея Малахова идет. На минувшей неделе пара подала заявление в один из столичных ЗАГСов. Регистрация брака состоится 5 октября. Погуляем, погуляем. Диана нам ответила: Андрей не понравился своим веселым и добрым характером, манера общения, у него 17. Он поддержал меня морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры, меня все оскорбляют, плюют мне в спину. С ним я почувствовал себя как за каменной стеной. Мы встречаемся с ним 3 месяца и не расстаемся ни на минуту. Кстати, мне исполнилось 18 лет. И Андрея не посадят. Ну, потом мы с Дианой хряпнули немножко винишка, и она вообще разговорилась. Я переехала к Андрею, у него отдельная от родителей квартира. На днях мы завтракали, и он заявил: Дианка, а выходи-ка ты за меня замуж, я так тебя люблю. Блять. Я чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась. А кольцо решили выбрать вместе, чтобы сразу угадать с размером и дизайном. Андрюха работает оператором на Первом канале, а также снимает различные эвенты. По словам знакомых, молодой человек востребован в профессии и хорошо получает. Сама Диана Шурыгина вынуждена была оставить должность бариста в одном из заведений Москвы. Напомню, что она работала в баре официанткой. В будущем девушка планирует пойти на профильные курсы и устроиться на новое место. Пока все мысли Дианы заняты предстоящей свадьбой. Шлягин уже представил ее родителям. Да, родители, наверное, немножко охуешки. Ну, мы у Дианы спросили, как тебя приняли родители. Нам Дианочка ответила: мама и папа Андрея хорошо меня приняли. Мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Копаем грядки, картошку, огурцы сажаем. Правда, они считают, что еще рано расписываться. Мои родители такого же мнения, хотя и безумно рады за нас. А с другой стороны, зачем тянуть? Все равно со мной никто спать больше не будет. Я ведь Диана Шурыгин, меня все боятся. Пока кипят страсти, надо жениться. После ЗАГСа молодые отметят радостное событие в ресторане, куда повезут всех, куда позовут всех своих близких. В роли свадебного организатора выступит подруг Шурыгина и телеведущая Диана Бичарова. Она помогает будущим молодоженам подобрать наряды и место для празднования. Ну, что я могу сказать? Горько, ёпта, народ, горько! Та-та-та-та, Валера, наливай! А, да, забыла сказать, лайки, дизлайки, комментарии, подпишитесь, что вам, жалко что ли? Подпишитесь, улыбнитесь, народ, подпишитесь. Валер, наливай давай.